Теперь к событиям в Сирии. Боевики запрещенного в России Исламского государства действуют не так нагло, как еще месяц назад. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. По его словам, террористы пытаются вести маневренную оборону, скрываясь от ударов правительственных сил и российской авиации. Одновременно военные отмечают увеличение эффективности действий наших летчиков. Несмотря на то, что теперь они реже поднимаются в небо, число пораженных за один вылет объектов в последние дни возросло. В пригороде населенного пункта Зерба, провинции Идлиб, уничтожен крупный пункт управления бандформирования группировки Джибгат-ан-Нусра. Объект был оборудован в течение последних 3 недель и хорошо замаскирован. С него было организовано управление бандформированием, действующим на направлении Идлиб-Алеппо. После проведения доразведки объекта беспилотными средствами, самолетом Су-24 нанес удар управляемым боеприпасом К-500, в результате которого пункт управления был полностью уничтожен со всем его содержимым. В окрестностях города Рака бомбардировщиком Су-34 уничтожено 2 склада боеприпасов, принадлежащих бандформированиям ИГИЛ. Данными объективного контроля зафиксированы взрывы на объектах, детонация которых привела к полному их уничтожению.